Всем привет, а сегодня мы играем в Keep Talking and Nobody Explodes, и мы будем обезвреживать бомбы. Как в эту игру играть, в принципе, я думаю, неважно, это если вы захотите сами поиграть, вы там все прочитаете, а мы начинаем с первой бомбы и посмотрим, справимся ли мы с ней. Этот экран предназначен только для вас, вам запрещено смотреть. Да я не смотрю, пошел нахуй. Итак. Окей, что там? А почему все черное? Все. Понял. Короче, окей, готов? Все, давай символы. Символы. Понял? S, перевернутая с точкой. Круг с писюном. Треугольник, сущий в три струи, в него что-то ввинчивается. И ножницы. Блять, давай, Антон, быстрее. А, круг с писюном. Треугольник. Неправильно, ты что делаешь? Давай, круг с писюном. Тут еще есть ножницы. S, перевернутая с точкой. И треугольник. Что имеешь в виду? S, перевернутая. В центре точка. S, перевернутая слева направо. С точкой. Луна. А что в смысле? Я не вижу такую комбинацию. Там сверху вниз. А сверху вниз. Я думаю, снизу. Да, блин, читай правильно. У нас 3.5 минуты осталось. Блядь, давай, быстрее. Что там дальше? Подожди, мне нужно сконцентрироваться. Антон, мы сейчас сдохнем. Там что концентрироваться? Там все понятно. S. Неправильно. Я не знаю. Короче, дальше ножницы идут, окей. Что после ножниц идет? У нас осталось две. S перевернутый и треугольник. S попробуй. Мы взорвались. Антон, ты что делаешь-то? Ты мне наугад что ли диктовал? У себя мануал открой. Короче, пофиг, давай по новой. Новая бомба, новые символы. Смотри, звездочка S нормальная. С точкой по центру. Блин, знаешь, короче, такое вот, знаешь, облачко в диалогах, короче, появляется. Я понял. И смайлик. Так, облачко диалога, что ты имеешь в виду? Да. Блин, ты сказал, я это нажал. Ну, облачко такое, указателем вверх, короче. Прямоугольник с указателем вверх. Прямоугольник с торчащим концом вверх. Но если его перевернуть, получится как облачко для диалога, только прямоугольное. Окей, сначала пусть идет смайлик. Так. Дальше S. S? Неправильно. Антон, ну вот... А, давай смайлик, облачко. Угу. S. Так, и звездочка. Все, окей, первый модуль готов. Провода. Какие? Синий, желтый, синий. Они обычные? В смысле обычные? Если красных проводов больше, чем один, и последний цифр. Нет красных. Второй режь. Второй? Окей, все, да. Правильно. Последний модуль. Здесь, короче, кнопка, белая кнопка с черным текстом «держать». Опустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 1. Что? Окей. Мы взорвались. В смысле, вы взорвались? Я его отпустил на 51 секунде. А, прикинь, знаешь, когда я его отпустил? Что? На 50.97. Я не успел. Я все еще не знаю, что значит диалоговое окно, поэтому пусть оно будет первым. Да неправильно. Ну блин, это прямоугольник с торчащим концом вверх. Первый идет трезубец. Так. Диалоговое окно. Так. S. Все, окей, смотри, провода. Красный, белый, белый. Их три. Блин, мне нужно найти это, я... Блин. Я потерял, я нашел. Режь последний. Так, все, правильно, последний модуль. Здесь синяя кнопка с белым текстом, нажать. Задержи. Так, тут желтая теперь загорелась. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 5. Все, обезвредили. Ура! Окей, это самое легкое было, погнали дальше. Трезубец, треугольник, короче, сущий в три стороны вниз. Ом, я надеюсь, ты знаешь, что такое ом. Что такое ом? Это, короче, о и все, снизу. А, я понял, там две письки. Да. И смотри, короче, смотри, двойка вверх ногами с хвостиком. Блядь. Это идет первое. Так. Диалоговое окно. Какое диалоговое? Его нет. Треугольник. Неправильно. В смысле? Трезубец. Нет. Так, да, трезубец. Что после трезубца? Ну, треугольник получается. Да, все, правильно. Короче, смотри, другой модуль. Здесь цифра по центру и снизу еще 4. А на экране цифра 1. Если на экране 1, нажмите кнопку на второй позиции. Так, на экране 2. Если на экране 2, нажмите кнопку на той же позиции, на которую вы нажали на первом этапе. Так, все, хорошо. Смотри, теперь на экране цифра 2. Если на экране 2, нажмите кнопку с тем же значением, которую вы нажали на первом этапе. Неправильно! А там все сначала? Да, все сначала. Если на экране 3, нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Че я нажимал-то? Пусть будет 2. Мы взорвались. Я не помню уже. Круг с писюном. Свинячий хвост, я надеюсь, ты поймешь, что это. Завитушка такая. А, злупон? Надеюсь, ты поймешь. Что?
Ну, цветочек такой, короче, залупон, цветочек. Свинячий хвост, наверное. Все, окей, прошли. Я тебе провода не могу найти. Красные провода есть? Нет. Режь первый. Все, правильно. 4. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на третьем этапе. Что там было-то? Все, окей, угадал, все, прошли. Че, 6 модулей, кстати, сейчас будет. А в смысле 6 модулей, если их тут 2? Ну что это, блядь? Диалоговое окно, смайлик, перевернутая двойка с хвостом и параграф. Смайлик? Так, неправильно. Диалоговое? В смысле неправильно? R перевернутая такая. Сказал бы, что мне это R. Да я думал, поймешь. Короче, R. Все, окей, это прошли. Черный, желтый, черный, желтый, черный, белый. Их 6. Если желтый провод всего один и только. Их 2. Четвертый. Неправильно. Я не знаю, рандом. Давай нормально. Смотри, если желтых проводов нет и последние. Их 2. Иначе, если провод всего один. Их 2. Красный есть? Нет. Последний режь. Все, правильно. У нас еще 4 модуля. Символы, символы. S перевернутая. Все, правильно. Модуль с проводами опять. Белый, черный, черный, черный. 4 провода. Так, 4 провода. Красные есть? Белый, черный, черный, черный. Все. Только 2 цвета. Белый, второй, черный, реш. Черный, черный. Второй. Все, правильно. Да. 2 кнопки осталось. Короче, смотри. Красная кнопка взорвать. Быстрее, у нас меньше минуты. Красная кнопка взорвать с белым текстом на ней. Если кнопка белая, а на корпусе бомбы есть горящий индикатор Карл. Чё? Красная кнопка взорвать, красная. Здесь еще есть кнопка нажать. Желтая кнопка нажать. Я нажму ее взорвать, потому что у нас там времени не было. Треугольник, сущий в 3 стороны. Ае. Пропеллер и пазл. Пазл идет вроде. Пропеллер. Пропеллер, да. Пазл. Да. Ае. Так, все, правильно. Провода. Флаг России. Просто пойми, флаг России. Последний режь. Все, правильно. 4 провода. Красный, черный, красный, красный. 4 провода. Красный, черный, красный, красный. Если красных проводов больше, чем один и последняя цифра серийного номера нечетная, режьте красный. Последний красный. Все, правильно. Ом. Ну да. Двойка с хвостиком. Треугольник в 3 стороны. Ну да, пропеллер идет. Неправильно! Я тебя переспросил 2 раза даже. Тогда двойка. Так, у нас нет ошибок больше. Треугольник, сущий. Все, смотри, у нас 2 модуля. Кнопки. Это большие кнопки. Опять кнопки! Да, желтая кнопка с черным текстом взорвать. Если на бомбе больше одного элемента питания, на кнопке написано взорвать, нажмите и резко отпустите кнопку. Все, последний модуль. Синяя кнопка с белым текстом держать. Короче, задержи. Так, держу. Белый, белым горит. Отпустите, когда один, короче. Когда один. Все, 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 обезвредили. О, символы. Так, смотри. Какие? Копирайт, свинячий хвост, лямбда. Сиськи, короче, с запятой наверху. Что ты имеешь в виду сиськи? Запятая наверху, над ней, короче, такая вот завитушка. Ну, блин, обвисшие такие, я не знаю, как тебе сказать. Ну, выглядит как, короче, улыбающийся такой циклоп, короче, с натянутой улыбкой. А, все, я понял. Короче, первый идет копирайт, циклоп. Так. Свинячий хвост. Все, прошли. Красный, черный, красный. Красный, черный, красный? Да. Красный, черный, красный. Да. Последний режь. Правильно. Смотри, опять цифры. Опять по центру цифры и снизу 4. 1. На второй позиции. Так, 2. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе. Так, 3. Нажмите кнопку на третьей позиции. Так, 1. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе. Так, 1. Нажмите кнопку, короче, на первом этапе, которую ты нажал. Неправильно! Ты че? Угадал, все. А теперь смотри, мне сложно тебе объяснить этот модуль. Ну, короче, тут экран. И знаешь, тут, короче, 2 желтых, 2 зеленых кружочка. Одна из, короче, куча квадратиков таких вот по полю. Красный треугольник вертится. Лабиринт, что ли? Походу лабиринт. Ебануться. Че делать? Так, слушай, один раз вниз. Так. Влево. Влево. Влево? Влево. Нельзя. Вниз. Вниз. Я двигаю сейчас белым кружочком. Вправо иди. А все правильно, все, 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 все.
Надо было притащить его в этот красный... в эту красную штуку. Это все? Да, все, прошли. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. И ждите новый видос. Скорее всего, если этот видос доделаю, то выйдет еще потом вторая часть, потому что я считаю, что это классная тема. Всем удачи. Всем пока. Ну что это, блядь?